Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача сад огород цветы. 29 февраля 2020 года. Это замечательный день, очень хороший день. Испытала, несколько раз испытывала. Приходится один раз в 4 года испытывать, но результат при плодородном знаке очень хороший получается. И, естественно, мы сегодня все подряд сеем. И не исключение, в теплице горошек, овощной горошек. И я здесь выбрала посеять особый горошек, но прежде чем я о нем расскажу, я хочу сказать, что вот посмотрите, земля, здесь у меня росла горчица, с этой стороны горчица еще есть, вот можно ее увидеть, зеленая, это то, что осталось после морозов, там вот часть ее пропала, а вот это место, где я собиралась сеять, я знала, что буду сеять горошек, горох овощной, и я подготовила грядку, здесь мы зимой все с кухни, все продукты, все заливали. И поэтому мы спокойно сегодня можем посеять, потому что если сразу же после уборки горчицы или масличной редьки посеять, то уже испытала любые рассеяния, и рассада, и семена очень тяжело усходят, болеют, и результата нет. Именно в горчице очень устойчивые есть такие специфические вещества, которые воздействуют на семена и на растения. Итак, я выбрала уже для себя из отечественных сортов. Они перестали получаться последние годы из-за этих температурных перепадов. Ну, естественно, меняется эпоха, меняется материя и меняется, естественно, подход к выращиванию гороха. И я выбрала, так как мне понравился в прошлом году, горох, вот он у меня, называется Прелада. Вот, он обработан, это компания Сингента. Видите, какой хороший, очень хорошо получился. И что вот мне нравится, что он выдерживает и понижение температуры, минус 4, минус 6. У него, его у нас высаживают многие тепличники для того, чтобы получать уже в мае на рынок выносить горошек. Так вот, высевают еще в январе месяце. Ну, мы в феврале высеваем, подготовили почву. И вот этот горох, он хорош еще очень тем фактом или той характеристикой, вернее характеристика, что он жароустойчив, потому что обычный горошек, если 25 плюс 25, он уже начинает перестанавливаться в росте, а уже 30-35, а в теплице такие температуры, то естественно горошек, горох перестает вообще вегетация, какие-то либо процессы происходить в самом растении, ну и не растут горошины, не растут стручки, ради чего мы выращиваем это растение. Так вот, вот этот именно горошек, овощной горох ультраранний, название его Преладо, Сингента, фирма Сингента. И это ультраранний сорт, 58-60 дней. Замечательно получается, я сегодня сею и рассчитываю, что уже к концу апреля, в начале мая мы будем собирать урожай стручков. И очень хорошо, что для теплицы тоже приспособлен этот сорт Преладо, такое интересное название, потому что он устойчив к фузариозу и мучнистой росе. А как раз в это время, весной, именно вот это может развиваться, все эти споры грибковых заболеваний из-за того, что вот влажность, перепады температур, вот это может как раз тоже, могло бы для простого гороха, я уже это использовала, он заболевает и, естественно, проблемы. Ну и переносит понижение температуры до минус 4, минус даже 6, я это попробовала в теплице. Вот, и сейчас, почему сейчас уже сею, оптимальная температура 12-16 для развития гороха, поэтому я его сейчас буду сеять, и как я это буду сеять, я сейчас вам расскажу. Вот смотрите, я делаю луночки, вот, лунки, и в этих лунках я не насыпом, луночки на расстоянии, здесь у меня получается, да, между центром, вот между ними где-то получается 23 сантиметра. Ну и от стеночки тоже убираю, почему? Потому что я натяну потом веревку, и все растения будут стоячие, и, естественно, будет легко собирать урожай. И не будут внизу там загнивать, какие-то процессы будут
происходить. Не сильно хорошее, когда вот лежит горох, он должен стоять. Далее, сам посев. Смотрите, расстояние между зернышками должны 5-6. Да, я играюсь, это обработанные семена, поэтому я работаю в перчатке. 5-6 сантиметров. Гуще не надо садить для того, чтобы получить хороший урожай. Если же даже по 2 нельзя, вот 5-6 сантиметров это оптимально. Полила предварительно, очень хорошо поливаю, потому что земля уже после зимы у нас сухо было сравнительно, да и снега не было. Был снег, но его заносить не было смысла, поэтому вот я здесь вот высеваю его, вот так вот. Глубина заделки семян 3 сантиметра получается. Вот таким образом заделываю семена и легонечко вот так прижимаю. Вот таким образом я его сею. Вот. И получается земля хорошая уже здесь. Вот, две зернышки не подходят. Вот так мы их. И то же самое вот здесь прижимаю. И вот таким образом я все абсолютно сею. Далее снова же поливаю хорошенько. Вот эту ямочку, рядочек, где я сделала луночку, заливаю хорошенько. И снова же вода впиталась. А теперь можно, после того, когда вода впиталась, можно сеять. Почему я их не замачиваю? Потому что оно обработано. И здесь уже все сделано для того, чтобы зернышки проросли, получили витамины и защищены от вредителей и от болезней. Вот такая сегодня у нас схема. Мы сегодня, кроме всех других посевов, сегодня сеем ультраранний сорт гороха, овощного гороха, который называется прелада. Удачного нам посева, удачного сезона всем вам, дорогие коллеги, огородники, дачники. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео. А это видео подготовили для вас, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Пока-пока!